Нищим молимся, а о покаянии души у сотраба твоего Николая. Солдат Красной Армии Николай Михайлович Васильев. Именно таким его запомнили родные и близкие. Именно таким юным 19-летним парнем он остался навсегда. Домой вернулся еще один солдат Великой Отечественной войны. Его путь был очень длинным, целых почти 80 лет. Но все-таки это случилось. Случилось благодаря поисковикам, которые выполняют очень нужную работу. Спасибо вам огромное. Николай ушел на фронт в первые годы войны, будучи совсем юным, а затем пропал без вести. До осени 2021 года его родные даже не знали, какова его судьба и где захоронены его останки. Для нас это было как чудо, мы не поверили. Почти 80 лет. Последняя вот сестра, три брата и сестра были в семье. Умерла недавно. Она все время говорила: «Господи, где же гниют его косточки?» То, что он пропал без вести, мы знали. Была всего одна открытка. То есть ребята из эшелона и сразу в бой бросили. Все. Больше мы о нем ничего не знали. Найти останки Николая Васильева и других красноармейцев удалось благодаря поисковикам новгородского отряда «Верность» имени Андрея Петрова. Ну, мы ежегодно проводим поисковые экспедиции, и в этом году мы проводили в Старорусском районе, в роще Калиткино, бывшая деревня Калиткино, и вышли на дорогу, на старую, которая соединяла две деревни, и нашли останки не одного бойца, а 18 бойцов мы нашли там, и один из них был Васильев. Место, где были найдены останки красноармейцев, поразило даже опытных поисковиков. Отдельный выжженный стрелковый батальон был. Вот, они вели наступление на урочище Калиткино, на деревню Калиткино, которая была захвачена немцами. Бойцы были верховые, они лежали на дороге. Причем дорога эта была действующая после войны, и странно, как никто не перезахоронил, не убрал в сторону. На сегодняшний день поисковики восстанавливают данные об усопших, а также ищут их родственников, кому в дальнейшем будут переданы останки солдат, навсегда оставшихся в новгородской земле.